I think that Siberia had a better start for sure. They had a lot of momentum in the first period. I think that we saw a little bit of a momentum change in the second, but certainly they outplayed us in the third. So neither team could score in the power play, but overall, they were a much better team than we were today. Первый период Сибири было лучшее начало. Второй период несколько нам удалось перехватить инициативу. В третьем Сибирь нас переиграла и победила. Да, тяжелая игра. Да, хорошее очень было начало у нас. Второй период, да, действительно, мы провалились, немножко не понравилось. Вот пропустили гол такой в меньшинстве. Довольно-таки такой легкий гол. И, наверное, хорошо, что выстояли там. Магнитогорск мог даже нас дожать. Вот, третий период опять же вернулись, работали, терпели. Ну и, наверное, вознаградились за в конце гол. Ребята молодцы. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Вопрос мистеру Кина, но вы во втором периоде в конце сняли вратаря 6-3, весла ваша команда. Как часто в вашей карьере такие эпизоды приводили к заброшенным шайбам? You pull a goal 3 seconds to go in the second. How often in your career it happened to score? I can't tell you how many times, but I can tell you that our team did score. I can remember very vividly in Philadelphia, Scott Mellaby scoring in a goal in that situation, and others did score, but I couldn't tell you the exact number at this point after 40 years of coaching. It's tough to recall all those years. Не знаю точно, не может за 40 лет своей работы не может точно назвать точную цифру или сколько примерно было, но знаю, что люди забивали, команда забивали, и в этом случае вот вспомнился примером о Филадельфии, Меллоби забил гол в такой ситуации. Еще один вопрос, тренер гостей. В Новокузнецке вы чуть было не пустили победу, ведя достаточно, 4-0, и здесь пропустили концовки. Не беспокоит ли вас такие вот моменты, что, может быть, We almost had a problem in the end against Novokuznetsk, against our team Metallurg, just we play, and today in the last minute goal. Is it concentration or the problem of concentration in the end of the game? No, the last game that we played, the goals came as a result of power plays. And tonight it was the last minute goal came on a situation where we were outworked. Wasn't lack of concentration. We were outworked in the last minute. But the previous game it was because of power plays that were given to the opposition. I thought we had earned some power play opportunities in the game you're talking about that we never received and. Tonight, that wasn't the case. It was a case of the other team outworking us and being hungry and desperate in the last minute of play. Про игру, которую вы говорите с Новокузнецком, два гола было гола в большинстве. В этом причина, наверное, нам казалось, что мы заработали тоже несколько больше большинства, но нам его не дали. Это про прошлую игру. А сегодня гол последний просто переработали, нам более голодные были в последней смене. Не переработали. Вячеслав, еще хотели игру четвертого звена. Сегодня? Да, они молодцы, они заканчивали игру. Там кто-то сидел на лавке, сегодня они. Но они нам выиграли игру, нам помогли. Они молодцы. Может ли, что они в целом набирают форму и на это звено? Да, в принципе, не могу сказать. Каждая игра такая очень... Все игры принципиальные сейчас для нас. И сегодня выстрелил это звено. Буду продолжать играть, я буду только очень счастлив. Дмитрий Вячеславович, не лучшим образом складывается большинство для Сибири в этом сезоне. И вот сегодня, несмотря на перекладину штанга Отликомцева, Сибирь не только не забил, но и пропустил большинство. А есть ли какие-то вот варианты усиления игры в большинстве, по ним, может быть, другие схемы или только на... Белова на возвращение Ой, остается надежда, улучшение большинства. Мы разговариваем, работаем. Конечно, я просто хочу сказать, для нашей команды довольно-таки. Вообще он сложно обучаемый элемент. В общем-то, если посмотреть на команду
которая против нас играла, там даже тренер овертайм не взял, там мастера играли, они прекрасно все знают, все умеют, все уже делают. Здесь немножко у нас чуть другая ситуация. Но мы работаем, будем выходить из этой ситуации. Что есть вопрос? Да, после перерыва будет играть. Ну, сейчас большой будет перерыв, он будет играть. Он уже катается на льду.